В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась первая встреча партнеров проекта «Смарти Erasmus+». Все подробности далее. В рамках первой встречи Казанский университет посетили коллеги из Саранска, Москвы, Иркутска и Петрозаводска. Сегодня мы знакомимся. Сегодня мы представляем каждый свой университет. Мы говорим о своих планах, мы в определенной степени притираемся друг к другу. И у нашего проекта, очевидно, вы об этом тоже знаете, есть внутренние 4 команды, уже не национальные, а в зависимости от целей, которые ставит каждый из этих команд. Напомним, что проект предполагает разработку и пилотирование магистерских программ на английском языке и открытие Центра исследования английского языка как средства обучения. Наш Казанский университет как раз отвечает за то, чтобы у нас не только в российском, не только в национальном масштабе, но и в международном масштабе люди хорошо знали о том, что происходит на нашей платформе, о том, что происходит в рамках проекта, о том, как успешно решаются задачи по внедрению английского языка как языка обучения. По словам Марины Солнышкиной, созданная магистерская программа будет соответствовать стандартам любого европейского университета. Диана Желенкова, Ариадна Кукушева, Виолетта Басова, Универньюз.